Как я рад, что мы уже доехали до этого моря. Вот это класс. Арсений, ты про мой чемодан не забыл? Нет, не забыл. А вот наш номер. Ладно, я в туалет, а ты пока мои плавки достань. Хорошо. А в каком они чемодане? Ну как в каком? В моем, конечно. А, тогда хорошо. Ох, сейчас достану. Вот Саша дает, так еще и пароль на замок поставил. Сань, какой пароль на замке? Саша поставил, мне кажется, у него не было замка на чемодане. Сань, какой ты код на чемодане поставил? Какой код? Не было у меня никакого кода, и замка тоже не было. Что ты даже просто чемодан не можешь открыть? Смотри, замок. В смысле замок? У меня не было никакого замка. Арсений, это не мой чемодан. Кто-то перепутал наши чемоданы. И что теперь делать? Как ты без вещей на море будешь? Капец, у меня теперь даже плавок нет. В чем мне плавать? А давай попробуем этот чемодан откроем. Всегда же такие легкие коды, как 111, 222, 333 и так до 10, до 9. Может, как раз будут плавки. Ну, давай. А тут еще 000 есть. Да? Угу. Не работает. И этот не работает. 777 уже попробовал? Да, 888. Так, последняя комбинация осталась, девяток. Это у тебя тут 8. О-о-о! Сработало, ты видел? Давай скорее смотри, что здесь. Давай. Вещи, какие-то бабские шмотки. Да. В этом чемодане я, походу, ничего не найду. И что теперь? Весь отдых испорчен, получается. Да уж, это ж надо. Кто-то забрал твой чемодан. Вот это мы влетели. И в этом отделе наверняка бабские шмотки. Да уж. Нифига, здесь не бабские шмотки. Тут новые нерфы. Да тут не то, что новые, да тут новехенькие этого года. Смотри, это водный Fortnite, у нас такого, кстати, нету. Саша, я смотрел на этот нерф в интернете, он за стенки стреляет, вот. Может прямо стрелять, может вот так вот, за ограждение. Смотри, у меня такой же, только еще больше. Еще один водный. И остались какие-то конфеты. Да. Нифига себе, это перченый бенбузл. Мы, походу, на клевый чемодан нарвались. Правда, без плавок. Но придется где-то их купить. Да уж, вот это повезло. Слушай, может, и распакуем нерфы? Все равно чемодан уже наш. Конечно, давай начнем с этого. О, маленького. Дигл. Водный. Чпуньк. Ну, это водный, тут ничего интересного. Давай теперь распакуем водяной второй нерф. Это у нас Супер Сокер Сплэш Маус. Давай его распакуем. Пока ты распаковываешь водный, я распакую вот этот Rival Turf Shot. О, я распаковал. О, ничего себе, смотри. Воду теперь набирать можно за секунду. Оп. Это какие-то новые технологии, наверное. Ага. Вот так вот ходишь и стреляешь. Круто. Ну что ты там со своим киршотом? Давай быстрее распаковывай. Да я аккуратненько. Такая вещь крутая. Опа. Райвел пульки. Смотри, а это динозавр. У нас уже один такой есть. Вообще крутецкий. Да уж. А чем он стреляет? Элитовскими, 12 штук. Я его сейчас тоже буду распаковывать, только ты сначала свой достань. Смотри, Саня. Его надо затестить. Давай. Сейчас одну вроде. Так. 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 И просто стреляем. Давай. Их закрывай. И все, стреляй. И можно даже поворачивать. Это куда хочешь? Прикольно. Давай вот туда, в шкаф стрельни. Давай. Так, пульку достаем. И поворачивай.
Видела? Пулька повернула. Смотри, Арсений, я буду метить в чемодан. И посмотрим, куда пуля полетит. Короче, ребятки, с этим надо разобраться. Какая-то крутая навороченная штука. Саша, ты распаковывай динозавра, а я пока второй большой неповорачиваемый райвел распакую. Хорошо, динозавр, так динозавр. Опа. Саня, смотри, здесь больше пулек. Понятно, ну тут потому что райвел больше. Смотри, Арс, у меня уже все готово. Саня, у нас был такой похожий дробовик. Я знаю. Фух. Так, сейчас затестим его с пульками. Я тоже уже распаковал. Он большой такой. О, тут еще и перезарядку надо вставлять. Ну так вставляй, вставляй, я пока заряжаю. Опа. Опа. Что, меч опять в чемодан? Так, заряжаем. Оп. Опа. Прикольный нерф, динозавр. И оп, и еще три пульки. Оп, оп. Оп. И опять пошел. Оп. Метки вообще. Ну как там, ты свой распаковал? Да. Я сейчас перезарядку закручиваю. Саша, смотри, какая обойма тут. Давай заряжаем и постреляем. Давай. Вот. Все. Ну и сколько шариков помещается? 12 шариков. А перезаряжается вот так. Что, Саша, пробуем? Я стреляю вот в шкаф. Вот в дверь. Должно за шкаф полететь. Крутецкий. Так он в кого хочет, можешь попасть. Главное научиться пользоваться. И мощно так валит. Да уж, Саня, вот это нам повезло с чемоданом. Жалко только, что без плавок, но это все равно круче. Да, плавки я сейчас пойду здесь куплю. Я думаю, продаются. Ребята, если вам понравился этот чемодан, который мы открыли, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. А мы будем пока изучать нерфы.